Всем привет! Недолго пришлось там скучать по лучшей лиге мира, и мы начинаем новый сезон Мелбет первой лиги. Фактически он начался еще вчера матчем Торпедо и Динамо Махачкалы, но сегодня игровой день, воскресный, в середине турнирной таблицы. Но начинается новый сезон, и Сергей Цыганок дает стартовый свисток к его началу. Хабаровчане разыгрывают мяч с центра поля в своей классной новой форме. И давайте перейдем к их стартовому составу. Обыгрывает его Симонян, обыгрывает и еще одного игрока Шинника. Симонян бьет издалека и до меня. Еще раз давайте эту атаку посмотрим. Симонян достаточно легко пролез в эту щель между двумя футболистами Шинника. Не успели створки закрыться между ними, и Симонян туда пролезнул и довел дело до удара. Это делать нужно, по позиции быть не может. Симонян переводит мяч на левый план, точно в ногу вложил партнер, и удар издали снова плотный. Здесь уже Довня говорил, вопросы тоже прилетают. Как вы думаете, кто из новичков лиги проведет сезон лучше и стабильнее? На левый фланг здесь борется Андрей Никитин, обхитрил защитника Никитин, удар в ближний угол, Довня даже не дернулся особо, не стал падать, потому что видел, что удар идет мимо. Скромная, скудная заявка на этот матч. Так, это рука, но это не пенальти. Атака СКА продолжается. И Довня тащит мяч тяжелейший из верхнего угла. Вот еще раз. Передача с левого фланга. Играет в мяч Роман Емельянов. Ногой пытается его выбить. Акцентированно играет в этот мяч. И попадает себе в руку. По трактовкам это не пенальти. И Сергей Цыганок... Андрей Никитин на левом фланге мяч получает, смещается в штрафную, прострел, момент, пустые ворота и 1-0. Хабаровск выходит вперед, и этот гол отменен не будет. Гол забивает Кирилл Никитин. Снова обыграл соперника, на этот раз Андрей Семенов им был, очень легко ушел к лицевой. Да, там немножко помог рикошет от ноги защитника Шинника, и благодаря нему, может быть, мяч долетел на дальнюю штангу, где уже готов был завершать атаку другой Никитин под именем Кирилл. А еще есть Альбек Гангапшев, который за Шинник играл в прошлом сезоне. Подача, момент, и тащит сугробов этот сложный удар. Вот это моментище у Шинника. Ну а это моментище Шинника. Главный эпизод первого тайма пока у ярославцев. Здесь бил по воротам. Кажется, это Андрей Семенов был этим. В общем, посмотрите. Подача в штрафную, момент, и перекладина. Как не забивает сейчас Шинник. Вот еще раз этот эпизод. Малахов с левого фланга подает. И забыли на дальней штанге Дмитрия Самойлова. Они действительно флангами поменялись с Малаховым. Здесь мяч получает Кирилл Никитин. За спиной у него забегает партнер. Никитин смещается сам в центр. Бьет с левой ноги. Вот это голешник. Что творит Никитин? Что творят Никитины в сегодняшнем матче? Никитин мяч получил в полуфланге. Сместился в центр. И пробил на самом-то деле прямо по центру. Но, судя по всему, мяч вильнул здорово. Потому что Довгня зачем-то дернулся в угол. Вот отсюда должно быть видно. Фактически глазами голкипера, да. Исполняет штрафной удар. По воротам, но мяч летит выше. Владимир Сугробов здесь все контролирует. Вот еще раз. Этот удар наносил его Вячеслав Зинков. Смещается Кузнецов, мяч теряет. Бавин отправляет забег Саида Алиева. Здесь уже два защитника Шинника. Атака 3 в 2. Саид Алиев. Слева есть Андрей Никитин. Алиев. Кажется, мяч передержал. Ну, да. Саид Алиев загубил последний момент в этом матче. Но исхода встречи это не меняет. Хабаровский СКА одерживает победу в первом матче нового сезона Мелбет первой лиги. 2-0 побеждают ярославский Шинник. И делает это хабаровская команда благодаря дублю Кирилла Никитина, нового футболиста в составе хабаровской команды.